Всем привет! Меня зовут Ирина Форми, и я рада приветствовать вас на своей тренировке. Сегодняшнее занятие я посвящаю всем тем, кто хочет иметь красивые стройные ноги, но при этом имеют больные колени. Итак, первое упражнение, с которого мы с вами начинаем, это становая тяга. Нам понадобится любой утяжелитель весом от 5 килограммов. Итак, исходная позиция, стопы на ширине тазобедренных суставов, колени мягкие, животы максимально подтянули, грудь гордо вперед, лопатки привели друг к другу. На вдохе опускаемся вниз, уводим таз назад, на выдохе вырастаем наверх. При этом взгляд постоянно вперед. Вдох вниз, выдох наверх. Вдох вниз, скользим вдоль бедер, выдох наверх. До середины голени мы с вами примерно опускаемся, выдох наверх. Выполняйте 10-15 повторений, таких 3 подхода. И для второго упражнения нам сейчас понадобится опора. Мы начинаем с вами выполнять упражнение отведения ноги в сторону в положении стоя. Итак, исходная позиция у опорной ноги – мягкое колено. Стопу отводимой ноги сокращаем, то есть носок натягиваем на себя. И на выдохе начинаем отводить ногу в сторону. Выдох, вдох, приводим. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Живот подтянут, вдох вниз. Корпус может немного подать для равновесия вперед. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Наша задача с вами не заваливаться, да? Опора нам нужна для того, чтобы удерживать вертикальное положение. Обязательно помните, что опорное колено в мягком естественном сгибе. 10-12 повторений, для каждой ноги таких 3 подхода. Третье упражнение – это разгибание прямой ноги. Исходная позиция снова стоя у опоры. Живот подтягиваем, корпус немного подаем вперед. Опорное колено снова в естественном сгибе. И на выдохе начинаем ногу разгибать. Еще раз повторюсь, нога в прямом положении. Выдох, вдох, вниз. Выдох, вдох, вниз. Выдох, вдох, вниз. В верхней точке мы находим максимальное сокращение большой ягодичной мышцы той ноги, которую уводим назад. 10-15 разгибаний для каждой ноги, таких 3 подхода. И заключительное упражнение для проработки приводящих мышц бедра. Исходная позиция лежа на боку, живот обязательно подтянут. Опору даем в локоть, выталкиваем себя наверх. И внутреннюю ногу, то есть та нога, которая внизу, мы разворачиваем на потолок приводящей области, да, то есть внутренней поверхностью бедра. И начинаем на выдохе гулять вдоль голени опорной ноги. Выдох, 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 выдох. Выполняйте 10-15 повторений и таких 3 подхода. Я желаю вам быть обязательно в форме и помните, не существует аргументов против того, чтобы не иметь красивых стройных ног. Всем пока-пока, будьте здоровы!